Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Смяу, и сегодня будем продолжать проходить игру Teardown. Это уже третья серия по игре Teardown, и в прошлый раз мы остановились на задании Гордона Ву с яхтой, там что-то было связано, не с яхтой, просто украсть сейфы там и разрушить здание, все такое. Теперь у нас новое задание, походу надо угнать машины или нет, ну в общем давайте... начнем. Сейчас я вам покажу, куда и что я сделал. В общем, первое то, что я сделал, тут можно будет сразу взять вот эту штучку. Потом мы садимся на лодку, вот так вот. Едем к второй точке. Вот она вот в этом доме будет находиться. Вот, вот так быстро вылазим. Можно и быстрее тут сделать, чтобы было. Потом вот тут беру какую-то штучку. Дальше вылажу на эту лодку, еду. Вот еду. И тут я разрушил мост специально. И подогнал корабль тут. Вот. Садимся в машину. Едем сюда вот так вот. Здесь сюда подъезжаем на машине, потом садимся в эту машину и заезжаем. Все. Это я уже протестировал, и все работает. Сейчас посмотрим, как это сделать быстрее можно. Все. Вот. Так. Сейчас я только укорочу тут окна, потому что они мешают выйти. Вот. Так еще быстрее. Сейчас остановлюсь. Позицию. Quick save. И начинаем. Так, сейчас я бегу опять же к лодке этой. Сажусь, еду на ней. К следующей точке. Нужны мне. Так, сейчас я вылажу намного быстрее. Экономлю время. Много. Теперь сажусь на эту лодку и врезаюсь в ту. И сейчас угоню машины те две и, в принципе, весь квест на этом и закончу. Вот сажусь, как видите. И сейчас, блин, опять сюда заверну, не то куда надо. Ну что, мы успеваем? Вот, как это все выглядит. Вот, ну все. Можно было и быстрее. Продолжаем. Следующая миссия у нас сейчас. Посмотрим, какая будет. Я буду, наверное, в этом видео уже не две миссии проходить, а больше, чтобы было интересней тут. Вот, но буду показывать только именно прохождение, а не процесс подготовки. Хотя какая миссия еще попадется. Так, новых инструментов не дали. Итак, тут есть еще вкладочка Tools. И тут можно улучшать новый инструмент, который нам даются в замиссии. Вот. Допустим, я хочу улучшить вот это. Плюс 10 топлива. И, допустим, дробовик. Хочу увеличить расстояние стрельбы. И... патронов побольше сделать. Вот. И все. Так. Следующее задание у нас от Пэриса опять будет. Что-то с GPS связано. Так, это у нас вот здесь. GPS девайс. Так, сейчас посмотрим, что там за миссия. Продолжаем. Я уже потратил где-то пол или час. Полчаса или час потратил, в общем, да. И придумал все. Да. Весь план маршрута уже придумал я. Давайте я вот сейчас прям при вас первый раз попробую. Так, главное, неважно с какое время, главное пройти. Раз, два, три. Идем. Все миссии. И главные, и не главные. Я не знаю, какие тут главные, какие нет. Честно скажу, но... все я знаю. Ой, точнее, не знаю.
Так. Ой-ой-ой, что-то очень-очень много времени теряю. Угу. Ладно, посмотрим, посмотрим. Что сейчас будет? Может, я успею еще даже. Не знаю, лодку повредил сильно. Пофиг, я быстрее пешком добегу. Так, все, успеваю, наверное. Очень много времени я тут потратил. Если бы там не потратил, то было бы, наверное, где-то 10 секунд. И так, ну, в принципе. Ладно, и то нормальный результат. Просто не хватает чуть-чуть баллончиков, всего вот этого вот. Не хватает. Продолжаем. Теперь у нас какая миссия? Сейчас я посмотрю и будем ее выполнять, да? Что там сказали мне? Как я могу понять? Новый предмет, ура! Доски. О, да, доски, это очень круто. Давайте посмотрим, что тут. Ага, нельзя вот делать прям супер большие доски. Во, большая самая доска. Много денег нашел. Всяких предметов там. Вот, это все я нашел. Поэтому улучшаю, что могу. Досочки улучшаю. Витх. Ой, что я улучшил? Фигню какую-то, наверное. Так, давайте улучшим урон. Тут и вот это до максимума уже. И вот это. Ну и все, в принципе, больше ничего улучшать не могу. Следующее сообщение. Лаверенс. Давайте посмотрим. 10. 6 заданий. 6 заданий тут будет. Ну, не знаю даже, что там за 6 заданий таких будет. Как вы поняли, я так и не прошел эту миссию. Потому что она была слишком сложной. А пока что вы можете послушать мои прощания в игре. Жалобные, плохие, неплохие. Не знаю, просто очень было обидно за то, что я не прошел эту миссию. Поэтому у меня там будет другая интонация. Со злостью, с ненавистью, с расстройством каким-то. Я не хочу больше проходить эту миссию. Когда-нибудь пройду, но не сейчас. Всем пока.